Давай, выходи, дальше. Дальше иди. Вы глухие, что ли? Эй! Пойдем! Давайте! Марина, там пойдем! Сестра, позже, сейчас уже на молитву встали. Звонок, сразу бегом. Давай, Александр, около меня, самая молитва. Да, возьми. За молитву себе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Больше всех на Тебя, Господи, уповает. Ты даешь им пищу во благовремени и отверзаешь, и Ты щедрую руку, Ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. О, Маня, святи дары Твои слова истины молитвы. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Писись правильно. Вот так. Значит, у нас какие тут события? Вы утром видели, как у меня тут тройка и четыре дерева попортили, ягодные. Ответить никто ничего не может. Но я их наказал тем, что показал на клен, его все равно надо убирать, ну и долбить, они долбили. На каком, я говорю, выйти сюда. Вы хорошо там работали? Да. Не баловались? Баловались. То-то и оно. Я из далека увидал, они балуются, а дерутся. Дерутся. Этот ухватил его за ухо. Я издалека гляжу, ухо отрывает буквально. Такая хватка. Я такого не видел. Просто мертвой хваткой ухо, тот уже орет под ним. И... А зачинщик он. Пришлось меры принимать. И снял я их оттуда, их нельзя одних оставлять. Ну, потому что троих оставил, а один останется. А один из них решил, и другой, помочь им. Воды взял, пошел, инструмент такой же самый колючий, и пришел. Их не посылал никто, ни у кого не спрашивался. О ком я говорю? Выйди сюда. Объясни, зачем ты сделал это без разрешения? Ну, вот это... Мне это... Ну вот это понятно, что надал написать. Это хорошо. Дальше. Дальше я хотел помочь. Ну а ты же пришел не за этим. У тебя инструменты уже, железки эти были. Ты я говоришь, хотел помочь, чтобы они быстрее закончили и мы поиграли. Вот я про это и говорю, а что подправлять мне? Я все правильно сказал. А почему ты это не сказал в обед, когда мы обедали? Ты сказал бы, я хочу помочь. Я бы одобрил это, послал бы тебя. Без разрешения ничего нельзя делать. Вообще непонятно. Это нигде не без разрешения, ни в монастыре, ни в армии, ни в тюрьме, где есть какая-то организация, там не позволяется это делать. Обязательно должно быть согласовано. Каждую минуту я должен знать, где человек находится. Мы, и главное, войну устроили. Там оторванный забор, гвозди торчат. Прямо торчат гвозди, ну, павшая трава. А она оторвалась доска и торчит гвоздь, они там устроили драку, валят друг друга. Совершенно неразумно. Кто первый? Первый, первый. Кто первый? Вот только кто первый? Да какая разница, первый или второй? Первый Адам. А последний Христос. Кто первый, кого начал, с чем? Ты все время задираешь. Я тебе не верю. Ты натолкнулся уже на такое, ухо-то твое пострадало. Еще один разок и останешься корноухи. Бей в черное ухо. Вот и все. Мы там, знаю, что должны вот-вот бульдозер прислать. И вот эту вот трассу надо поднять, а глины нету. Глина только там, где вот мы работали. Я смотрел со всех сторон. Наталья там правильно сделала, что... Репей надо, я пошел,
Ну и так у нас дружно шло. Но дальше-то не идет. Бульдозер нигде не возьмет глину, только там. А как подойти, когда она высота такая вот до потолка и больше, даже больше. И растут на ней огромные вот такие вот деревья. Вот такие вот. Ветла, клен. Я пошел к Роману, малышу, и он пришел с этой пилой. И начали валить. Валили там, вот сколько их свалил, не знаю. Как много кроны. Хорошо, что яблоко здесь дали, не доедает. Яблоко, я сказал, кто отказался, полностью отказался от яблока. Ты? Да. Больше они получают ни одного яблока. Сейчас, подожди. Вот. А Егор согласился пойти. Так что Егорова нарушение для меня благо. Ему трудно было с ней привычка, он так же, как я, потел. Я маленько еще его родил в тенечек на крылечке посидеть. Потом я пошел за водой, и вот этих товарищей-то разоблачил, что они там так. Егор помог хорошо. Сучки отрубали, а он их носил, и там вам наложили. Так, что хотел? Благословите вермишель снять. Что делать? Благословите вермишель снять. Не понял. Вермишель снять надо. Можно? На птичке. Ну, конечно. Относительно печки. Володя, сколько начислили нам? 800 рублей. Понятно? Не пойдет так дело. И мы испробовали. 800 рублей на электроэнергию только. Это невиданная даже, неслыханная такая сумма для нас. А как? У нас печка. Это не год, не два. Мы 45 лет и без электричества. Электричество только где-то разогреть немного, не готовить. Завтрашнего дня уже не готовите. Сегодня покажи, как заправлять. Власть, лучинки. Они же топили. Топили, все. Там две конфорки, на ней готовки. Готовки. А когда в обед надо где-то подогреть что-то немножко, там можно где-то включить. Так не пойдет. Ну, мне говорили, пугали, но я не думал, что это так. Даже меньше, две недели прошло 800. Это мне чуть не годовой расход. А брать-то я должен где-то брать. Ты скажешь, а я? Ну что я? Так договорились. Каждое утро растопляйте, дров у нас много, дров много. Откладывайте, пусть она горит. А жарко, жарко все не ловит. А то приехала сразу холодно, жарко. Человек хуже коровьего помета. Тот лежит и не жарко, и не холодно. Вам понятно? Эти уже наказаны, больше ничего нет, никаких ограничений. Во славу Божию. Хорошие гости к нам пришли. Давайте, заботьтесь, я на сервис. Так, претензий никаких нет? Нет. Пользу какую-то извлекла, ходила туда? Она не ходила. Ну ладно, на будущее. А платочки? Платочки, почему не проверяем? Летите, у кого платочки? Ну, покажите платочки. У кого платочка нету, за стол не сядет. Все. Значит, имейте в виду. Не брал с собой. Женский пол, мужской, чтобы платочек был у всех. Такой закон. Ну вот. Давайте за стол. Возьми. Смотри. Ты рукавички, платочки. Где платочек? Каждый должен иметь 4 платочка, чтобы можно было заменить. Это написано у нас. Я просто постирала платочки, у нас 50. Ты задом прямо сшиваешь стол. Ну маленько, погрейся как-то или. Эти платья придумали без рукавов, а теперь садятся как шубы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Послал меня. Вы можете сюда садиться, Софья. Садись на эту сторону. А кто пролил сейчас?